Пока! Делишки, ребятишки, с вами снова я, Денисан, и сегодня мы вместе с хлебобулочным изделием, батоном, повелительнице уток Мие и, конечно же, Стасику, которая носит кликуху «Забродившее винишко», будем выяснять, кто же из нас самый удачливый, у кого из нас более всех развита интуиция и кто из нас меньше умрет сегодня в Майнкрафте. А именно, 10 рядов с сундуками. В каждом ряду по 2 смертельных сундука и только один тот, который с тобой ничего не сделает. Мы уже успели поделиться на команды. Стасик с хлебом, а я с Мией. Каждая команда будет по очереди проходить все эти сундуки. И самая главная цель — пройти все эти ряды с сундуками и умереть как можно меньше раз. Какая команда умрет меньше всего, та и выиграла. Поэтому проверяйте вашу интуицию перед тем, как открывать сундуки. Хорошенечно подумайте, посовещайтесь и потом единым выбором перейдите к тому, какой сундук открывать. Но вы его не открываете, вы просто по нему стукаете. А я уже там буду сам смотреть, что там внутри. А если хочешь больше видосиков с командой наркоманов, ну ты знаешь, что нужно делать, но я уже миллиард раз говорил, не будь ты настолько ленивой сракой. Влип этот лайкокос! И подпишись на канал, чтобы больше никогда не пропускать ролики. А мы с вами начинаем. Вы будете первой командой, которая будет проходить это испытание. Поэтому подойдите любезно. Любезно подойдите, мои мадмуазели и сеньоры. И придите к единому решению. Какой первый сундук вы откроете? В сундук нельзя заглядывать. Просто полагайтесь на свою интуицию. А мы с Мией пока что будем смотреть. А потом мы будем проходить эти сундуки. Я за правый. Выбираем по очереди, ты первая. Хорошо, я правой выбираю. Хорошо, хорошо. Она выбирает. Так, ну, Стасик, сейчас мы узнаем, что же ты выбрала в этом сундуке. Залезай в яму, и сейчас на тебя выльется или что-то хорошее, или что-то плохое, или что-то вонючее. Стасик, плохо выбрала. Плохо выбрала. Первая смерть! У первой команды первая смерть. Второй ряд. Вам нужно выбрать то, что выстрелит вам, ну я не знаю, сами выберите, куда выстрелить. Или в голову, или в ухо, или в ногу. Что-то вас убьет, а что-то позволит вам пройти дальше и просто оставит на лбешнике шишечку. Поэтому выбирайте. Я выберу вот это. Ты выбираешь вот это. Хорошо, хорошо. Он уже готов. Ты готов попрощаться, сухарик? Нет. Шишку набил, но ты не умер. Ты молодец, ты выбрал именно то, что нужно было. Ты знал, ты знал, ты знал то, что там всего лишь рогатка, а не пуколка, да, какая-то? Выбирайте. Ладно, я тогда в серединку ткну. Вот этот. Стасик, тебе не нужно заходить в сундук, но ты выбрала правильный сундук. Здесь ничего не было. Здесь ничего не было. Ты посмотри, у них интуиция, походу, Мия намного более развита, чем у нас. Выбирайте четвертый ряд. Прикинь, они сейчас пройдут все это испытание всего лишь тут за одну минуту и сдохнут реально только один раз. Выбирай! Методом исключения выберу этот сундук. А как метод исключения твой работает? Никак. Никак не работает? Хорошо, сухарик, мы с тобой сейчас проверим, что же ты выбрал. Залезай в эту яму, залезай. Как вы думаете, что смог выбрать сухарик? Смерть. Не-не-не, там кое-что другое было. Ну знаешь, ну не повезло, в этот раз не повезло. Я был прав. Ты был прав. Выбирайте дальше. В этом раунде вы пойдете на свидание. А вот с кем вы пойдете на свидание, сейчас мы узнаем. Давай, Ибрагим, сюда. Хорошо, хорошо, давай, иди на свидание, вот стой там. Я прошу всех отойти, прошу всех отойти. Я не знаю, кто там будет, поэтому мы сейчас проверим. Стасик, обернись на всякий случай, обернись сюда. А, понятно. Давай, сухарик, тащи! Выбирай один сундучок и посмотрим, что же тебе там выпадет. Сразу же вот это так сходу, да? Ага, хорошо. А здесь у нас что? А, ну хорошо. Этот раунд называется «Убежать до перезарядки». Я достаю оружие. Как только я открываю сундук, тебе нужно убежать как можно дальше. Ты готов? Ты посмотри, собака-то какая! Да откуда ты знаешь, что в этом сундуке оружие было? Два смертельных сундука, они выбирают уже не знаю какой раз подряд тот, который их не убивает. Так, Стасик, не подводи меня, пожалуйста, выбери правильный сундук. Выбери. Выбери. Ну, пусть будет серединка. Хорошо, если серединка, то вам на счет раз, два, три обоим нужно прыгнуть вот в эту яму. И там уже посмотрим, умрете вы или нет. Готовы? Давайте, раз, два, три.
Ты спрыгайте, прыгайте, прыгайте! Хорошо, хорошо, хорошо. В этот раз выбрали неправильную яму. Мия, я не знаю, есть ли у нас шанс или нет. Сейчас мы посмотрим. Давайте, это уже предпоследний уровень. Сейчас мы с вами посмотрим, что же вы выберете. Она выбрала мне смерть, так нечестно. Да, она выбрала тебя. Видишь, как она тебя любит, сухарик? Стасик! Что? Иди сюда, иди сюда. В этой яме также были шипы, скорее всего, да. А в этой яме ничего не было. Чтоб просто потом мне никто не говорил, то, что я обманываю своих подписчиков. Предпоследний ряд. Что вы выберете? Этот ряд называется «Возвращение». Ты... Я чё-то не могу понять, это кто сегодня интуицию-то так натренил? Ты понимаешь, что не самые жесткие ловушки проходят мимо? Давай бан дадим. Это бан, Стасик, это бан просто перманентный какой-то. Ты понимаешь, что в этих сундуках были листочки, на которых написано «Возвращение на один уровень назад». Вы все самые жесткие ловушки. Хорошо, предпоследнее. Выберите, пожалуйста, что-то. Что-то хорошее, выберите. Угу. Хлеб. Будет. Не 4, пожалуйста. Вот это, да? Не 4, да. Че, мы побежали, да? Запрыгайте в яму, прыгайте. Ну, сейчас мы узнаем. Этот уровень называется коктейль. Сейчас мы посмотрим, какие мы коктейли будем пить. Или те, которые вас убьют, или те, которые вам помогут выбраться из этой ямы. Давай бан просто пить. Подождите, может до записи они вот эти все сундуки как-то случайным образом, ну, прошпионили, я даже это не заметил. Выбирай сундук! Сундук выбери! Стасик! Вот это! Вот это, да? Да, да. На 2 хода там... назад. Хотя бы здесь они уже не выбрали. А это все нельзя. Ну все, хорошо. Здесь вам тоже повезло. Давайте, выбирайте. Ну и сюда, да. Не-н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 е. Тот, который вы выбирали, уже нельзя. Там можно, потому что как бы там возвращаться еще на один ход, и там можно до бесконечности. А вот здесь выбирайте тот, который вы еще не выбирали. Какой? Ну что, какой выберем? Вот этот. Давайте, прыгайте, сейчас мы с вами посмотрим. Ну, ты, Стасик, не прыгай, ты можешь там. Да. Стасик! Пожалуйста. Я проблема. Да ты... Ладно, еще один коктейльчик подброшу. Давай. Да бей его, бей... Ой, подожди, меня-то вытащите. Я-то не засу... Чё здесь зубы на курице делает? Нас-то вытащите, пожалуйста. Центральный сундук вы выбирали. Выбирайте еще один. Или сейчас опять с вами что-то произойдет, или же вы уже наконец-то пройдете. Что вы выбираете, дети мои? Я даже не удивлен. 0 ходов назад. Они угадали, Мия. Давай банты. Я вас поздравляю, вы прошли все испытания, и они умерли в сумме всего лишь 6 раз. Я не знаю, кто вам там... свыше подсказывал, какие сундуки выбирать, но мне кажется, что это читерство. Мия, пройдем. Это кривая логика хлеба. Короче, Мия, по такой логике нужно думать по никакой логике. Чем нелогичнее ты думаешь, тем лучше ты проходишь все испытания. Вы сейчас будете ведущими, мы выбираем сундуки, а вы с нами делаете там, что нужно делать. Только ничего жесткого не делайте. Мия, какой сундук мы с тобой будем выбирать? Вот ты на Ники-Беники? Ты... Какой? Да, какой? Вот этот. Кого ж, его. Как это было эпично сейчас. Первый раунд прошел так себе. Мия, сейчас я выбираю, а ты прыгаешь в яму. Подожди, ну хорошо, оба прыгаем в яму. Так, тут я бы, конечно, сработал на Энике. Я хочу вот этот, центральный. Давайте, прыгаем. Иди сюда, Мия, давай. Иди сюда. Давай, на раз, два, три! Мия, чтобы ты понимала, у нас с тобой уже 3 смерти, это всего лишь второй ряд. Нет, Мия, живи! Мия, живи, Мия, не вылетай, пожалуйста. Живи! Быстро все в комментах написали, что будка жила, у нее все залагало. Иди сюда. О-о-о, так. Бан. Да? Это не бан. Хорошо. Мия, я за тебя здесь, я ничего. Ты вот этот пропустил, ты куда? Вы здесь пропустили, вот сюда надо. А, мы еще вот этот пропустили, хорошо.
Вот этот, я хочу вот этот. Почему я всегда придумываю такие дебильные игры, потом страдаю? О, вот здесь я... Мила! Я прошел один уровень и не сдох! Я вылетела. Ты вылетела. Вот этот. Хочу вот этот. Хочу вот этот. Чё там? Закрывайте меня. Закрывайте и делайте со мной или что-то хорошее, или что-то плохое. Пожалуйста, скажите, что здесь будет что-то хорошее. Нажмите на рычаг, который там. Он сдох, да? Нет. Да, он сдох. Да. Мия, ты там заходишь, а то я тут да, уже... Я уже немножко настрадался. Хорошо. Еники, беники, швейники. Хочу вот этот, вот этот. Мне убегать нужно. А-а-а! Убегай! Оху! Пронесло. Ну хотя бы здесь меня пронесло. Так. О, Мия зашла. Мия, твоя очередь страдать. Иди сюда. Иди сюда. Я честно не знаю, зачем меня подписчики просили записать «Выбери правильно», если вот этот «Выбери» намного жестче, чем тот, который был. Мия, твоя очередь. Доверься своей утиной интуиции. Что ты выберешь в этой жизни? Давай. Покрякай над каким-то сундуком, который будет тебе отвечать взаимностью, кряком, тот и выбирай. Вот этот? Что там? Садись на свиданку. Не хочу. Давайте я сяду на свиданку. Или... Да. Мия, давай мы давайте с тобой сядем на свиданку. Не? Так нельзя? Ладно. Хлеб. Ага. Ясно. Я не умер! Свиданка прошла удачно! Умер, все же умер. 5 смертей против 6 смертей. А у нас еще 3 ряда с тобой. Я сейчас сам выберу, Мия. Я хочу выбрать вот этот. Идите в страх, если там что-то плохое. Что там? На один уровень назад. Да, ты мудя. А, хорошо, на один уровень назад. Это у нас получается снова свиданка, да? Мия, давай ты там сама выбирай, я уже сразу же сяду сюда на свиданку. Выбирай, с кем я сегодня во второй раз за один день на свиданку пойду. Хлеб, что здесь было? С кем я пойду на свиданку во второй раз? Пошли вместе. Хотя бы вот так. Ну хорошо, здесь мы с тобой не умерли. Дальше, проходим заново. Какой я выбирал? Подожди, какой я выбрал? Вот этот, я выбрал вот центральный. Этот. Сейчас, вот этот хочу. На один назад. Да ты убийся. Фуражку. Ладно. Я вот этот, ага, вот Том, этот выбирай. Это уже был. Там это же крипер. А, ты там уже был? Вот этот. Вот этот убирай, вот этот. Вот этот. А какая разница, крипер, не крипер? Здесь в двух сундуках криперы. А, сзади. На нас уже бегут. Помогите, насильно. Это, подождите, какая-то групповая свиданка, я на такое не подписывался. Почему так много всех? Так, Мия, я беру все под свой контроль, беру яйца в руки. Uh-huh. Вот этот. Ну, как бы мы здесь уже все протестили, да? Прохожу дальше. Так, эники-беники, хренейники, вот этот. Чё там? Вода, нормально, давай. Е-ба-ба-ра-бу-би-ба-бу, вот этот. Ага, что там? 4 хода. Сколько? Ты зачем это? 3, 4. Подожди, здесь убежать до перезарядки, хорошо. Я выбираю вот этот. Я бегу! Ну чё? Опа! Хлеб косой, по сути. Хлеб косой, хлеб не сможешь попасть. Да, не, хлеб. Да, ты лошпед, ты не сможешь. Хлеб, где мишень? Где мишень, он прыгает? Ты не сможешь выстрелить. Хлеб лах, он сам пишет, что он лах. Все, хлеб, ты сдаешься, ты не сможешь попасть. Не, вон он, где тюрьма, мочи его, или ты все разрядил. Хорошо. 4 уровня назад! Но здесь уже ничего нет, здесь мы уже со всеми на свиданку переходили, здесь мы тоже вот переходили. Здесь у нас вот это получается, и здесь... Мия, выбирай. Почему я? Выбирай, я уже лоханулся. Вот этот был, выбирай. Там еще один, или 4 вот хода назад, или вот этот. Что там, хлеб? Скажи, пожалуйста, что-то хорошее 2 в этой хода жизни. Назад. Да, и ты за... Да. Так, здесь у нас... Ну, здесь мы уже знаем. Здесь вот это, здесь вот это. Когда ты уже один уровень 150 раз прошел, ты уже знаешь, что там. Значит, вот этот. Ага, и последний. А что в последнем, мне интересно? Яма с сюрпризом. Вот этот. Я иду. Я пойду, Мия. Хлеб, скажи, пожалуйста, что там... Ну, ясно, до свидания. Прощай.
Почему? А почему не взорвалось? Ты почему-то как-то слишком криво кинул. Я выжил. Меня контузило, конечно, но я выжил. Ура! Хлеб! Нет! Ну все, мы прошли все. Ой, здесь у нас пати уже намечается. Ну, смотрите, в принципе, счет у нас очень даже такой равный. У нас 8 смертей, а у Стасика и Хлеба 6 смертей. Хорошо. Ну, если так, мы проигравшие, значит, мы должны понести наказание. Может, все же пожалеешь мы, что и друзья. Да. Эх, ЧСВшное хлебобулочное изделие никого жалеть в этой жизни не будет. Это баг! Я сейчас вылечу. Спасибо. Да как? Подождите, да как это сработало? Они выбирали все те сундуки, в которых ничего не было. А мы с Мией выбирали, короче, ну вот Мия еще и вылетела. Мия обиделась на хлеба. Конечно, хлеб. Это все из-за хлеба. Все проблемы на этой планете только из-за хлеба. Из-за Стасика тоже. Из-за Стасика идеальная пара. Удачи вам в жизни, детей порожайте там. Не важно, что Стасику 24, а Хлебу 16 или там 12. Сколько тебе, 8? Хлеб. 12. Я не знаю, что из этого получилось, но все же, если тебе понравилась данная серия и данный эксперимент, дай нам знать в комментах. Я обещаю то, что я выпущу сразу же продолжение. Хлебобулочные изделия машет тебе рукой. Я тебе говорю огромное спасибо. Если наберем 27 100 101 101 11 дробь 1 лайков, сразу же выпущу следующую серию. Лакеры сраные, нечестно эту катку затащили. Но ничего. Если выйдет следующая серия, я там их... оттарабаню вместе с Мией.